Видно меня? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои маленькие бегунчики, большие бегунихи, и бегунищи, и бегуны, и самые настоящие профессиональные бегуны, как вы принято еще вас называть, не знаю. А может быть, вы даже велосипедисты или веселопедисты. В общем, это совершенно не имеет никакого значения. В эфире ваш любимый, может быть, пока что нет, но уж совсем скоро станет, любимый маленький тренерчик в телефоне Катечка Журавлева. И сегодня я хочу для вас записать совершенно отдельную суставную гимнастику для бегунчиков, бегуночков, или, может быть, пловцов, или, может быть, даже велосипедистов, или веселопедистов. Мы будем делать суставную гимнастику и блок предварительного стретчинга. Что должно быть после? После вы можете делать специальные беговые упражнения, или, может быть, какие-то силовые упражнения, или, может быть, вы просто будете делать какую-то циклическую тренировку. Это не имеет значения. Суставная гимнастика практически всегда одинаковая для всех. А следом мы сделаем блок предварительного стретчинга. Это такой специальный маленький блок растяжки высокой динамики, который подготовит ваши мускулы, огроменные, естественно, мышцы. Но если вы бегунишка, девочка, то, конечно, утонченные, но все же сильные, выносливые мышцы к работе. В общем, все, не буду вас задерживать, засеку себе немного времени, и начнем мы с головы. Кивок головой. Пока киваете головой, давайте подумаем о положении тела. Стопы поставьте параллельно друг к другу. Колени направьте вперед. Здесь проверьте, чтобы вы стояли ровно, без наклона корпуса вперед. Хорошо, наклон головы вправо-влево. Отлично. Плечи расправьте, опустите вниз. Пальцы рук вниз, большие пальцы вперед. Угу. Отлично. Поворот головы вправо и влево. Да. Ай, супер. Поворот сильнее. Можно делать большую амплитуду. Супер. 2-1. Диагональ. Правый верхний угол, левый нижний. Угу. Хорошо. Сделайте еще 2. Если вы любите торопиться, включите меня на 2х1. Хорошо. И другую. Вверх и вниз. 2. И 3. И, может быть, даже 4. Сместите шею параллельно полу вперед и назад, вперед и назад, вперед и назад. И голову так по кругу. Хоба. 4, 2, 1. В обратную сторону. 4, 3, 2, 1. Полукруг головой с правого плеча на левое. 4. Хорошо. 3, 2, 1. Разминка должна быть классическая. Сверху вниз. Поэтому плечи вверх вместе с лопатками и вниз. И закончим мы, конечно, ногами. Поэтому не удивляйтесь, почему сейчас так много рук, и не торопитесь переключаться. Вам понравится эта гимнастика. Она точно будет для вас полезной. Проверено. Хорошо. Оба плеча из верхней точки вперед-вниз и через верхнюю точку назад-вниз. Сделайте еще 3, 2, 1. Хорошо. Одно плечо вперед, а второе назад. И оба вниз через верхнюю точку еще. 3. Не торопитесь. 2, 1. И сделайте как будто бы вращение вперед. 1, 2. Скажите, так умею вроде. 3, 4. В обратную сторону. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Правое плечо вперед вращается, левое назад. 3, 2. Уже 1000 раз показывала. 1. Если вам стало вдруг интересно, а есть ли у меня еще какие-то разминки? Они точно есть. Заходите в канал и все найдете. 1. Смотрите, берите 2 кисти, проворачиваете внутрь вместе с плечевыми суставами. 4, 3, 2, 1. Хорошо, сделайте сгибание и разгибание кисти. 4, 3. Отлично. 2 и 1. Хорошо. Внутрь и наружу кисти, руки в стороны. 3, 2, 1. Хорошо, сгибание и разгибание в кисти. 3 и 2 и
Один. Руки перед собой. Также вращение внутрь и наружу. Три. Два. Один. И сгибание, разгибание кисти. Три. И два. И толкните ладони от себя, округлите спину. Оба. Сгибание, разгибание грудной клетки. Три. Локти параллельно друг к другу. Один. И локти в стороны. Повыше делаем. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Перед собой. Четыре. Предплечья сдавливаем. Три. Я надеюсь, руки у вас не устали. Два. Надеюсь. Один. Хорошо. И вращение внутрь и наружу. Четыре. Три. Совершенно безопасно. Два. Чувствуете, как плечи нагрелись? Надеюсь. Два. Здесь жим. Оп. Почти закончили, честно. Всего по 4 раза все делаем. Здесь потянитесь наверх и согните руки за голову. 4. 3. 2. И 1. Оставьте руки согнутыми здесь. Вращайте согнутые в локтях руки вперед. 2. 1. И в обратную сторону. 4. 3. Кажется, уже почти закончили. 2. Еще чуть-чуть. 1. И уже сила рук. Чувствуете, как приросла тари? Надеюсь, что все нормально. У вас, вы не устали? Один. И надеюсь, что у вас сейчас не вот такое лицо. Два. И один. Если лицо такое, то лучше найти другую разминку. Нужно, чтобы разминка нравилась. Прямые руки в стороны, ладони наверх. Ладони вниз, мизинцы в стороны. На разминок в интернете миллион. Вы точно найдете свою любимую. Но надеюсь, что по-настоящему любимой в вашем сердечке будет только моя. Ладони друг на друга большие. Пальцы наверх. Четыре. Три. Два. Один. Очень хорошо. Руки вверх и вниз. Вращение назад. Вперед. Правую вперед, левую назад. И в обратную сторону. Все, спускаемся ниже, переходим к вращению туловища. Ой, очень полезные движения, вы, скорее всего, все их делали раньше. И сейчас будем таз удерживать на месте. Вращайте только туловище и добавьте руку. 8, 7, 6, еще маленько, 5, 4, вы молодцы, 3, безупречное выполнение, 2. Один. Смотрите, начните продвижение вперед правой ногой, а левой тянемся, как при ходьбе, и назад. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Давайте сделаем еще раз. Четыре небольших шага вперед и четыре небольших шага назад. Хорошо, давайте сделаем еще раз. Пуньк, 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 шлеп. Пуньк, 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 шлеп. Еще поделаем. Раз, два, три, четыре и ушли. Ушли, ушли, ушли. Теперь будем наклоняться вниз к ноге. Вниз, 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 вниз. И также назад пойдем. Четыре, три, два, один. Если у вас много места впереди, вы можете шагать не четыре шага, например, а восемь. Вот сюда я к вам пришла. И идем назад. Также. Четыре, ну я восемь и дойду. Шесть, семь. Хорошо. Отлично. Поставьте ноги немножечко пошире, пожалуйста. И потянитесь вверх по диагонали. Да. Пять. Шесть. Семь. Все, вы великолепны. Все великолепно. Наклоны туловища вправо и влево. Да. Три. Четыре. Еще. Пять. Сильно не старайтесь. Шесть. Конечно, не надо. Семь. 8. И наружу будем поворачивать. Смотрите, делайте наклон и наружу поворот. Оп. И вернулись. Еще. Чпуньк. Наружу. И еще сделаем. Раз. Наружу повернулись и вернулись назад. И еще один. Один. Два. Три. Супер. В обратную сторону теперь. Надо внутрь. Туловищем вниз. Да. Хорошо. Сделайте еще два. Два. И еще один. И раз. Два.
три. Давайте сделаем больше наклон сейчас вместе с бедром. Вот бедро же у вас двигается. Да. Сделайте двумя руками наклон и уведите бедро в сторону, вытяните бочок сильнее. Три и два и один. Хорошо, прекрасно. Раскачайте таз из стороны в сторону. Очень хорошо у вас получается, очень красиво. Сделайте вращение, пожалуйста, тазом. Три. Один. И в другую сторону тоже. Тоже очень красиво у вас получается. Два. Один. Отлично. Позгибайте по одной ноге сейчас, как будто бы маршируете. Да, высокий подъем бедра. Шесть. Семь. 8. Хорошо. Теперь вместе с руками. Руками притяните бедро к туловищу. Сделаем 8. 7. 6. Не торопитесь. 5. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Подхватите руками сзади ногу, пятку к ягодице. Хорошо. И тоже почередуйте. 7. Не торопитесь. 6. Резко не делайте. 5. Если вы только начали заниматься, неважно чем, и вдруг вы решили найти вот такую разминку или суставную гимнастику, и вы вот наткнулись на эту, то знайте, что у меня еще миллиард разных всяких разминок. Сейчас возьмите одну ногу и позгибайте, и поразгибайте. И суставных гимнастик тоже. 3. 4. Поэтому, когда вам надоест вот это, 5, вы можете сделать 6, 7, 8. Хорошо. Обратите внимание на то, что туловище не нужно наклонять. Постарайтесь сгибать и разгибать бедро именно. 3. Толкайте согнутую ногу назад. 4. 5. 6. 7. 8. На самом деле, неважно, чем вы решили начать заниматься. Бегом, велоспортом, плаванием или просто фитнесом. Ну, вот вы делаете со мной сегодня эту гимнастика. Вот это движение называется отведение бедра. Второе. Вас она заинтересовала. Вы решили посмотреть, что у меня еще есть. Вот если вы новичок, для вас есть отдельный специальный плейлист. Он называется «Зарядка». Еще один. Там на протяжении года каждый день прямая нога и отведение бедра прямой ногой. Два. Три. Четыре. Каждый день я рассказываю тренировку какую-то. 6 разную. 7 8. Изучаем элементы разминки, изучаем элементы силового тренинга, аэробики, бега, всего на свете, функционального тренинга. 6. Поэтому если вам 7 интересно, посмотрите. Это не займет много времени, всего лишь год. Вращение согнутой ногой назад. 2. 3. 4. Хорошо. И в обратную сторону. 4. 3. 2. 1. Супер. 4. 3. 2. 1. И в обратную сторону. 4. Старайтесь побольше амплитуду делать. 3. 2. 1. Дальше берем ногу, кладем ее стопой на бедро, колено разворачиваем наружу. Вот это движение в бедренной кости называется супинация. Поворот к наружу и внутрь пронация бедра. Да. Оп. 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 Еще один. Раз. Два. Вторую. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Сделайте несколько подъемов на носки. Достаточно ли такой суставной гимнастики перед любой тренировкой? Да. Стоит ли делать специальные беговые упражнения перед беговой тренировкой? Чаще да. Но если у вас какая-то впереди интенсивный бег, то лучше просто побегайте трусцой, потом побегайте свое задание. Не обязательно делать там трехчасовую разминку, а то станете чемпионом мира по разминке. Так не нужно.
делаем блок предварительного стретчинга. Предварительный стретчинг или небольшая комплексная растяжка всего тела в динамике. Поставьте правую ногу вперед на пятку, а левую согните вот так в колени, посмотрите. Руки за спиной. Сделайте 4 наклона корпуса вперед. 4! Вытяните заднюю поверхность бедра и голени, ноги, стоящие впереди. 3. 2. 1. Руки за головой. 4. 3. 2. 1. Руки в стороны. Поворот. 4. 3. 2. 1. Хорошо, меняем ноги. Запомнили? Руки за спиной, наклон. 4. Одна нога прямая, стоит на пятке. 3. Вытягиваем заднюю поверхность бедра и голени. Ноги, стоящие впереди. 2. Вторая на всей стопе, согнута в колени. 1. Руки за головой. 4. Еще. 3. 2. Движения резко. Не делайте никаких пружин. В этом нет никакого смысла. 1. И поворот. 4. 3. 2. 1. Две ноги почти прямые, руки за головой, и сделайте 8. Старайтесь держать спину вот такой же, как вы стоите. Вот вы стоите с какой-то осанкой, с такой же осанкой и наклонитесь. Если такой возможности нет, ноги слегка сгибайте. 6. 5. 4. 3. Еще 2. И 1. Хорошо. Положите ладони на бедра. Разогнитесь вот столько, сколько есть возможности. Грудную клетку толкните вперед. Да. И теперь наоборот. Округлите спину настолько, насколько это реально. Сильно стараться не надо. Да. И сделайте несколько сгибаний и разгибаний. 2. 1. Хорошо. Поставьте ноги немного шире, я к вам повернусь лицом. И продавите одно плечо вперед, второе. 3. Немножко. 2. И 1. Отлично. Поставьте ноги шире таза, параллельно друг другу стопы. Руки уберите за спину и согните только правую ногу. Левая прямая. Корпус немного вперед наклонен. 2. 3. 4. Теперь руки убирайте вперед и в стороны. 4. 3. 2. 1. Руки убирайте вниз и вверх. 4. 3. Старайтесь пониже сесть. 2. Стопы на полу, пятки не поднимаем от пола. 1. Хорошо, я сейчас развернусь к вам боком. Вы можете остаться лицом. Встать нужно точно так же, как стояли. Одна нога позади, одна впереди. Сгибаем обе ноги. 4. Вытягиваем переднюю поверхность бедра ноги, стоящей позади. И заднюю поверхность бедра ноги, стоящей впереди. 3. 2. 1. Теперь поставьте пятку ноги, стоящей позади, на пол. И наклонитесь вперед. 4. Сгибайте ноги. 3. 2. 1. Хорошо. Поменяйте сторону. Можете просто поменять ноги местами, не разворачиваясь. И делаем такое же движение. 4 сгибания. 3. Вытягиваем переднюю поверхность бедра ноги, стоящей позади. И заднюю поверхность бедра ноги, стоящей впереди. 1. Хорошо. Поставьте пятку на пол. Здесь наклон. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Две ноги соберите. Потяните стопу наружу. Оп, немножко. Вторую. Хорошо. Потяните переднюю поверхность бедра одной ноги. Второй ноги. Хорошо. Заднюю поверхность плеча одной руки. Второй. Трицепс плеча, пожалуйста, одной руки.
второй руки бицепс плеча. А уже можно серьезным лицом. Да. Сделайте вдох. И выдох. Вдох. Ну что, наша, вот, как я и рассчитывала, 18,5 минут. Что нужно сказать? Во-первых, если вам понравилось, ну хоть чуть-чуть поставьте лайк. На самом деле, даже если дизлайк вы поставите, любая реакция хороша. Вот, если вы со мной не согласны и точно знаете, как лучше сделать гимнастику, тоже об этом напишите в комментариях. Ну, также можно написать в комментариях, если вам, не дай бог, понравилось, например, эта гимнастика. Ее можно делать каждое утро, по 2 раза в день, по 3 раза в день, перед любой тренировкой, вместо любой тренировки, но только нужно ее сделать где-то 4 раза подряд. Рада была помочь. Если было полезно, то это вообще будет супер. Если вы еще не подписаны на канал любимого маленького тренера в телефоне, срочно, пожалуйста, подпишитесь, мне это очень нужно, пожалуйста. Спасибо за внимание. Приходите еще. До свидания.